А знаешь, и чай без сахара пить научишься, и всякие котлеты без майонеза есть, и кофе крепкий без сливок пить. Ко всему привыкаешь. Так и без своих безумно важных людей, о которых ты сегодня скулишь и говоришь, мол, без них не смогу. Еще как сможешь. Кофе и без сливок шикарен, а жизнь и без мудачья хороша. Да, не такая вкусная, конечно, но зато намного полезнее для тебя же самого. Действительно важных и нужных людей в твоей жизни по пальцам пересчитать, и то это потом твоя семья окажется. И знаешь что? Пора бы уже принять, что эти люди и есть твое самое ценное. Семья, а не все эти твои друзья и роковые любови, которые, если вдруг прижмет, так вышвырнут тебя из своей жизни, души и планов. А семья, она тебя хоть раз предавала? Вот и не ной.